Нет, наверное, в районе такого человека, который не был знаком с биографией Олега Кончаловича Кунова. Человек с большой буквы, педагог по призванию. На прошлой неделе Олег Кончалович отметил свой очередной красивый юбилей. Поздравить именинника с 95-летием приехали почетные гости. Первый заместитель главы района Руслан Емыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель районного совета ветеранов Ахмед Худ, глава Бличепсинского сельского поселения Юра Шевгенов, председатель Совета ветеранов поселения Биталь Шишев, директор Бличепсинской школы Марета Микулова, также старейшины аула. Все они поздравили ветерана с таким замечательным юбилеем и вручили ему подарки. Мы, в свою очередь, желаем Олегу Кончаловичу Кунову здоровья и долгих лет жизни.